Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас заказ, большой заказ с сайта Рандеву. Будем с вами вместе тестировать, открывать. Будет покраска волос. Итак, поехали. Такая огромная посылочка. Всегда все замечательно упаковано. Сверху у нас с вами накладная. Сейчас за кадром пошуршу и будем все смотреть. Рандеву, как всегда, кладет подарочки. Смотрите, что у нас на этот раз. Какие-то новиночки интересные. Так, это масочка. И причем пенящийся, да, судя по всему. По-русски ничего нет. Так, и второй продукт. Это у нас крем. Попробуем обязательно. Интересно, кто пробовал этот бренд, девчонки, напишите. Очень интересно. В Рандеву еще накопительная система скидок. Там можно получить баллы за отзывы, за честные отзывы. Поэтому классно. Вместе с этими баллами накопительной системы все выходит бюджетнее, чем в других магазинах. Обязательно на все оставлю ссылочки на сайт и промокод, конечно, на скидку 10%. Пасты мои любимые. Так, консли. Сейчас мы с вами их найдем. Две штучки должно быть. Я уже их брала, но красную так и не попробовала, потому что ее девчонки задарила. А вот эту беру уже третий раз, она мне нравится безумно. Пасты Консли — это достаточно бюджетные пасты. Они закос подкорейские, но это Китай. Вся семья оценила, все очень любят. Пасты потрясающие, просто очищают эмаль изумительно. Они все вкусненькие, классные, здоровские, поэтому я их повторяю и повторяю. Спасибо Наташе, что в свое время посоветовала. А дальше здесь парочка детских паст. Сейчас тоже мы с вами все откопаем. Нет, одна, по-моему, да, все-таки одна. Вот такая для Крестюшки, для детей 6 месяцев, не содержит сахара. Вкусненькая, апельсиновая. Посмотрим. Вот такой вот бренд. Отзывы хорошие. По-русски, наверное, тоже ничего. Вот наклеечка есть. А Кодома. Паста зубная. Производитель, кто интересно у нас с вами. Изготовитель. Адрес. Таиланд. О. Вот так. Попробуем. У меня Крестюшка очень любит пастами чистить зубки. И часто просит наши. Ей нравится. Разные. Попробуем вот такую. Ну-ка, вылезай. Как она выглядит. Так. Вот такой тюбичек интересный. Все здорово. Посмотрим. Запечатанная должна быть. Ой, она так не откручивается. Слушайте, сейчас попробую открыть. Колпачок не откручивается, просто снимается. И паста сама вот такая вот прозрачная. Беленькая, плотная. Я попробовала. Приятненький. Сладенький апельсинчик. Она прям больше мятная, на самом деле, чем апельсиновый. Апельсинчик прям совсем чуть-чуть. Я думаю, ей понравится. Шипу покраски. В этот раз я решила взять красочку Алин профессиональную. Это перманентная краска. 8.21. Мои любимые оттенки. Светло-русый, фиолетово-пепельный. Будем миксовать. И 8.1. Это светло-русый, пепельный. Вот именно в таком оттенке я их миксовала краской от Point. Помните, когда вот самый удачный цвет получался? И еще взяла, девчонки, корректор. Корректор, который добавляется в краску. Я не знала об их существовании, теперь знаю. Это у нас с вами прям совсем профессиональное окрашивание. Это корректор 0.22 фиолетовый. Они есть разных цветов. И взяла этой же марки окислитель. Вот такой бадью 3%. У меня есть полторашка, у меня есть шестерка, но не Алин. И вот теперь трешечка, хватит надолго. Вот такая бадья достаточно бюджетно вышла, там около 300 рублей. Дальше, захотелось мне очень попробовать вот такой гель для душа от Zaytoon. Кто пробовал, обязательно напишите. Очень интересное у него название. Так, сейчас сандал и амбра с натуральными афродизиаками. Успокаивающий. Гель для душа. Захотелось понюхать. Видела где-то, девочки хвалят. И бутылочки такие красивые. Сейчас открою, понюхаем. Ой, здорово, обалденно пахнет, как какой-то парфюм. Он такой белесый. О, какой-то такой вот, знаете, немножко восточный, что ли, аромат. Интересный, мне очень нравится. Посмотрим, будет ли оставаться на теле. Обязательно с вами потестируем. Бутылочку можно оставить красивая такая, потом туда переливать. Так, дальше у меня что здесь? У меня здесь для Ксюшки, она такое дело любит. Это шарик для ванны. По-моему, с игрушкой или нет, я забыла. Нет, не с игрушкой, наверное, просто здесь вот такое вот много всего сверху. Дух Рождества, 150 грамм. Кондитерский декор, представляете? Она любит всякое вот это вот, пусть играется. Так, дальше я взяла себе скраб для кожи головы. Это у нас с вами тоже Zaytoon.
решили пройтись, да, по этому производителю Detox, потому что все скрабы позаканчивались, а вообще скрабировать кожу головы тоже надо, особенно если у вас часто жирнятся волосы. Травяная маска для волос Detox со скрабирующим эффектом очищает кожу головы от укладочных средств, пыли и себума, оздоравливает, стимулирует микроциркуляцию. Здорово. Нанесите на влажную кожу после шампуня, наверное, да? Помассируйте несколько минут, смойте водой или шампунем. Посмотрим. Попробуем, сейчас откроем. По-моему, это сахарный скраб, если не ошибаюсь. Больше похож, по крайней мере, на него. Вот такой он плотненький, густой. Я что-то от душки, после геля для душа, даже никакой не чувствую. Вот так было все заслюдировано. Он такой вот прям плотненький-плотненький. Классно, будем пробовать. Так. Я даже вот на руки нанесла. Такой продукт маслянистый, очень много. А, вот сейчас чувствую, маслами пахнет. А, эвкалипта, что-то такое вот маслами пахнет. Натуральными эфирными маслами. То есть, помимо того, что мы будем скрабировать, мы еще будем напитывать. Может быть, даже будет какое-то жжение. Смотрю, что там у нас за масла. Дальше декоративочка, девчонки. Взяла от Нинель вот такой вот стик. Мне очень нравится формат стиков. Фаберлик такие продукты есть, но его хватает очень надолго. Все время точить я вот это дело вообще не люблю. Двухцветный стик для скульптурирования. Очень интересный. Одна сторона такая, другая такая. Вот в двух оттенках, по-моему, на сайте был. Так, он у нас выкручивается или как? Или как? Так, сейчас попробую. Выкручивается. Намешалась этикеточка. Это 402 тон. Вот столько его всего в стике. Ну, прилично. Прилично. И сводчики вот сделала сразу. Это прям кремовый-кремовый продукт. Сейчас пока их на руке оставлю, посмотрю, сколько будет держаться. Универсальные оттенки. Не рыжие никакие, а прям универсальные. Мне очень нравится. Вот как на сайте я видела, так, в принципе, и пришло. И еще один продукт. Будем делать с вами макияж. Это палеточка Диваш. Мне очень понравились оттенки. Здесь 4 оттенка шиммерных получается и 5 оттенков матовых. Сатин. Нет, матовые, они все матовые до 5. Она запакована, сейчас распакуем. Есть у нее номер, интересно? Я номера не вижу, девчонки. Вот название оттенков, а номера у самой палетки я не вижу. Так, открываем. Вот так выглядят оттеночки. Камера правильно вам передает. Очень красивый. Мне прям нравится безумно вот этот. Вот этот как хайлайтер можно использовать. Как подложку много какие можно использовать. И затемнять внешний уголок века. Очень красивый. Очень красивая такая нюдовая действительно палеточка. Прям здорово. Давайте попробуем хотя бы как переносится. А потом уже будем делать макияж. Пальчиком хорошо. Прям смотрите как сияют. Здорово. Так, и вот этот давайте оттеночек попробуем. О, смотрите, он по факту вообще не такой темный. Цвета отдает немного. Переносится очень хорошо. Посмотрим, как с кистью будет. Пока мне прям нравится. Я такое люблю. Бомбочка. Ну-ка, давай, пахнет, кстати, очень вкусно каким-то прям вот парфюм. Ой, какая класс! Вот это а что с ними творится? Ага, вот эти посылки. Это походу подарок. Ты думаешь? Ну пускай ее, не отламывай. И крестюшки тоже надо. Ой, всплыла куда-то. Потеряла? Да, подарок. Там что-то было, да? Да. Ну ищи. Сейчас ну что, смотри, елочку пока нашли вот такую, ну, как кулончик. Ну там какие-то обычные елочки. Именно елочка, да, это мыло, на, у меня все руки в мыле. А, правда. Пахнет здорово. Смотри, сколько там много всего прикольного. Внутри ничего больше нету? Да вроде нет. Ладно, если что, покажем. И да. Пена. Смотри, да? Давай. Ну что, мои хорошие, сейчас будем пробовать с вами скраб-масочку для кожи головы от Зайтуны, гель для душа, расскажу свои ощущения. И по пасте детской крестюшки не зашла, поэтому чистим мы взрослые. Она действительно больше мятная, нежели апельсиновая, имейте в виду. Посмотрела, даже не знаю, какую теперь пасту брать ей. Девчонки, у кого не любят мятные пасты, дети, посоветуйте что-нибудь, потому что Фаберлик ей очень нравилось. У нас было 2 тюбика в запасе, но сейчас их больше нет. На сайте 100% больше не будет. А какую еще такую вот, чтобы совсем не было мяты, я прям ума не приложу. Сколько ни покупали, она прям попробовала, зубы почистила и... Все, быстрее ей надо все это смывать, ей не понравилось. Она такой пастой чистить не хочет. А так, в целом, она неплохая, чает хорошо, чистим зубы ей мы. Так, ну все, пошли тестировать скрабик. Посмотрим, как волосики себя будут потом чувствовать. Я, наверное, сделаю после шампуня все-таки. Сначала промою волосы. А покраска у нас с вами будет попозже. В этом ролике не будет, в этом будет макияж. А покраску попозже, потому что мне надо еще тонировочку смыть. Краситься еще рано, корни не сильно отросли. Поэтому краски пока стоят, ждут своего часа.
Краб попробовала, вы знаете, он даже печет. Немного печет. Классный. Очень понравился. Гель для душа просто божественный. Он оставляет этот великолепный аромат на теле. Это что-то с чем-то. Кожа им пахнет. Ну вот 15 минут прошло. Кожа еще и пахнет. Вообще суперский. Суперский аромат. Аромат на всю ванну. Классный. Понравилась продукция пока. Все отлично. Посмотрим, как волосы высохнут еще. Я вообще скрабы почему люблю? Прикорневой объем они дают. Да, почистили жирные корни. От себума кожу головой почистили. Да. Несмотря на то, что там много сахара, я вам показывала, да, там масла однозначно и какие-то экстракты. То есть немножко голову пекло в процессе того, как я массировала, сделала после шампуня, помассировала. И вот сейчас даже кое-где вот немножечко греет, печет. И вот эти масла не ощущаются, думаю, как бы не утяжеляло, наоборот, корни. Но нет, по факту, когда смыла водой, как бы все до скрипа чистенькое, все здорово. Просто водой смыла, ни маской, ни бальзам, посмотрим. Не хочу портить эффект. Так, теперь будем делать с вами макияж новой палеточкой, новым стиком. Очень интересно, насколько удобно им работать. Сначала я немножечко нанесу тона. Это будет кушон, мой любимый Айсиул. Я его кисточкой прямо так совсем чуть-чуть. Кожа уже подготовленная, увлажненная. Если наносить спонжиком, то более такой будет плотный эффект перекрывающий, но он все равно не заметен на коже. А мне последнее время нравится кистью. Вот прям совсем-совсем чуть-чуть. Особенно ничего перекрывать не надо, только вот все еще это пятно. Но в таком месте неудобном. И постоянно из-за своего любимого агрессивного ухода я никак ему не даю зажить. Но мы сейчас как раз с вами вот этот стик. Видите, кушон практически перекрывает. У него очень хорошая перекрывающая способность. С учетом того, что на кисть набирается прям по минимуму. Немножко выровняли тон, убрали покраснения, где они есть. Все. Теперь будем приступать к контурингу. Нам тут получается... Нет, но кисть или спонжик все-таки нужен растушевывать. Так, где нам нужно с вами перекрыть? Давайте попробуем перекрыть. Так, хорошо. Не, ну в принципе наносить удобно, но вот по мере использования, когда он будет стачиваться, не знаю, скашиваться, так в принципе нравится. Не сильно выбеляющий эффект, так и коричневый. Вот так я сейчас люблю наносить. И вот так. Угу. А посерединочке можно прям и светленьким. Сейчас с вами прям, как, знаете, сейчас в ТикТок, в Лаки, да, ролики вот эти коротенькие, где рисуют девочки себе на лице полоски, прям хоп-хоп, и получается идеальный контуринг. Вот так, так. Но нос, конечно, не очень удобно. Давайте тоже попробуем уж чего там. Так, сначала вот здесь я еще затемняю. Потом вот тут полосочка от глазика. Вообще мне как тени тоже понравится, мне кажется, этот оттенок. Давайте попробуем нос. Не, ну, в принципе, нормально. Нет, удобно, несмотря на то, что он такой широкий. Полоску нарисовать все-таки можно. Посередине беленькую, да? Так, ну что, давайте тушевать. В тот раз на руке, когда мы с вами сводчили, нормально держалось, нормально, как бы, ничего страшного. Тушуется. Вроде тоже неплохо. Оттенок классный. Оттенок нейтральный. Не рыжит, ничего. Такой хорошенький, красивый. И светлые оттеночки. Пока неплохо, пока мне нравится. Как тушуется, как перекрывает светлый оттенок, тоже нравится. Он не слишком светлый, то есть в глаза не бросается. Пока очень даже неплохо. Нос. Практически не видно. Неплохо. Очень неплохо. Посмотрим, сколько будет держаться. В конце дня вам сегодня расскажу. Заодно посмотрим и на волосы. Так, ну вот где пятнышко, не скажу, что прям он хорошо перекрыл. Это больше, знаете, для такого... легкого высветления. Перекрывающая способность. Если только добавить еще, сейчас попробуем, не знаю. Ну вот, если наслоить, то более-менее. На коже его не видно. Нормально. В поры никуда пока не запал. Ничего, все отличненько. Так, тушуем дальше. Тушуется хорошо.
целом очень даже неплохо. Классный контуринг, мне нравится. Красивый, цвет замечательный, все отлично. Так, дальше у нас с вами тень. Палеточка. Палеточка. Еще не пробовала без вас. Давайте как подложку. Так, как подложку давайте попробуем с вами вот этот вот оттеночек. Вам камера делает и более коричневыми, но здесь есть такой коралловый подтон. В общем, там, где я вам показывала распаковку заказа, там все вернее. Так. Да, как подложечку он хороший. Он даже хороший, как самостоятельный. Оттеночек он дает уже легкий цвет. Угу, красивый. И на нижнее веко. Слушайте, пылят не сильно, как ни странно, даже вот с кисти особо так сильно прям ничего не летит. Здорово, красиво. А можно как второй оттеночек, как хайлайтер, взять вот этот вот блестящий, который вверху посередине. Давайте мы с него и начнем, и попробуем еще немножко коже придать сияние. У нас с вами сегодня будет антивозрастной макияж с акцентом на сияние для уставших глазок. То есть красивое, деликатное сияние, не перебор, даже на камеру, вот на лампу, да, не перебор. Отличненько. Куда добавим еще с вами сияшечки? Под бровку сразу. Да, тоже видите, такое вот деликатненькое прям. Сюда, сюда. Для уставшего века еще очень классный прием. Я люблю его делать, на самом деле, жидкими тенями Faberlic. Сейчас покажу. Сухими, ну, это не очень комфортно. В глаз может попасть. Это самый светлый оттенок. 57-83. Сейчас покажу вам этот приемчик. Очищаем кисть. Есть такие карандаши специальные, но мне удобнее вот этими тенями. Они не раздражают мне глаз и века. И они держатся до самого позднего вечера, как влитые. Мы будем с вами красить внутреннее веко. Смотрите, вообще неудобно, конечно, это мне одной рукой делать, потому что надо немножко глазик открыть. Сейчас попробую вам показать. И прокрасить внутреннее веко вот здесь вот возле ресничек. Смотрите, вот до. И сейчас что будет после. Это освежить взгляд, освежить уставшие глазки, придать им блеска и свежести. Вот так, видите? То есть здесь уже у нас какое-то вот веко внутреннее, оно такое с розовинкой, да? А здесь уже такое свеженькое, блестящее. То есть разница большая. То же самое делаем со вторым. Не раздражают вообще глаз мне эти тени ни в коем случае. Мы попадаем с вами на реснички, но мы потом все это дело закрасим тушью. Камера. Вот так придаем сияние глазкам своим. Так, заехала немножечко. Вот этот прием в последнее время мне очень нравится. Попробуйте. Смотрится очень здорово. Даже вот просто без любых других теней сам по себе. Так, дальше. Я пока оформлю второй глаз подложкой. Готовы. Что мы будем делать с вами дальше? Дальше давайте попробуем вот этот оттеночек. Камера сейчас неправильно передает. Вот. При распаковочке заказа. Не ярче на самом деле. Он у нас с вами блестящий. И мы его будем накладывать на верхнее подвижное веко. Такими втаптывающими движениями, потому что это блестки. Можно и пальчиком, можно и мокрой кистью, если нужно, понасыщенней. Такие нейтральные оттеночки, палетка очень универсальная, прям на каждый день, мне нравится. И на второй глазик. Слегка заведем этот оттенок на внутренний уголок нижнего века, чтобы у нас все с вами было гармонично. Мы еще, слушайте, мы с вами хайлайтер еще не доделали. Не доделали. Еще же хотелось хайлайтер и на носик. Это самый светлый верхний оттеночек, вот этот я беру. Немножко и над губкой. Вот, теперь красиво. Так, теперь возьму другую кисть. И мы с вами будем пробовать матовый оттенок, который посередине вот этот. Будем затемнять им уголок глаза. И усиливать глубину взгляда. Складку века. Не сильно он темный. Я вам хочу сказать, его практически не видно. Даже особенно затемнить не получается. Нет, получается, но не сильно он темный. Тоже такой повседневный оттеночек. Вводим этот оттенок к виску. И давайте возьмем, что ли, совсем самый темный.
Мне интересно, матовый. Попробуем его немного затемнить. Да, вот его видно уже. Я вот так прихлопываю, а потом веду в складку. И все тушуем как следует. Второй глазик то же самое. Готово. И оформляем нижнее веко. Нижнее веко вот этим оттенком буду оформлять. Слегка подведем. Вот так. И второй глазик. Готово. Стрелку никакую делать не хочу, потому что стрелка в антиэйдж макияже, она может очень часто придать несколько лет вашему лицу. Остатки теней убираю, хотя так я их не вижу. Поэтому дальше только тушь и все. Да, я и по себе замечаю очень часто, стрелка и даже межресничка, тушь верст класс коричневая, может придать возраст. Бывает такое. Верст класс. А с ресничками сразу другое дело. Готово. Знаете, мне все очень понравилось. И карандаш, и палеточка вообще супер. Но нам самое главное, чтобы смотреть, как носится. Поэтому в конце дня посмотрим, осталось ли что-то от контуринга. Останется ли что-то от теней. Как они хорошо держатся и так далее. Пока очень нравится. Показываю вам поближе. Очень ходовые, такие красивые оттенки, которые свежо смотрятся на лице. Нравится. Все супер. И по волосам тоже тогда попозже дам. И сразу покажу вам макияж без лампы, потому что вечером же мы его будем без лампы смотреть, да? Как он выглядит. Посмотрим, что останется. Ну что, девчонки, волосы высохли естественным путем. Все отлично, все супер. Прикорневой объем и в целом объем по всей длине. Ничем не сушила, не наносила никакие ни смывашки. Все отличненько, все очень достойно. Посмотрю еще, как долго частота будет держаться. Я вообще такие вещи очень люблю. Ну что, девчонки, пока Крис купается, показываю вам макияж уже вечером. Тени в складку не запали, вообще держится отлично. Очень приятно удивлена. Контуринг тоже на месте. Не скажу, что прям как вот был, но на месте. Все достойно. Тени вообще прекрасно, отлично. Так что новиночками декоративки довольна. Ссылочки на рандеву оставляю, как всегда, под видео. На этом ролик будем заканчивать. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. А, и промокод на скидку 10%, как всегда, тоже под видео.